всю амплитуду на 100%, было 50. Поэтому получилось теперь от пика до пика 3,12 вольт. А в РМС 1,26. Этого уже хватит, чтобы транзистор открыть. А когда было тот раз 0,5 вольт, этого могло не хватить, чтобы на усиливающий транзистор открыть.
все, значит, прет. Какой-то глюк амплитуды резко упал. Просто сделал вот так. Резистора не работает. Здесь какой-то. Люк. Может, резистор слишком сильный. Нужно 10 кОм ставить, а то он глушит. Или это с осциллографом проблема.
ВРМС 0,6 вольт. В этом положении вот так вот. Может, кто подпаян, контакт нехороший. Почему вот на этом положении вот? А теперь 0,44 вольта в РМС. Почему он меняется, я не понимаю. Где-то с осциллографом проблема или с генератором. Амплитуду буду уменьшать. Вот высунул, всунул, теперь 0,64 вольта громкость. Отскважность.
блокнот, увеличил шкалу, и все пропало. Какие-то глюки со сонографа. Тут два канала впаяны в одном, может, поэтому...